известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех моих телезрителей. В эфире телевизионный канал Nevs TV, и я его ведущий Всеслав Соло. Вы включили сейчас эту телевизионную передачу и решили ее посмотреть. Но я сразу предупреждаю, что в этой передаче будут какие-то темы подняты определенные, которые могут вам не понравиться. Вот, если вы религиозный, очень набожный человек, может что-то не понравиться. Если вы очень-очень человек, приверженный каким-то вот постулатам, морали, там, уголовного права, еще чего-то, то тоже может что-то не понравиться, потому что здесь есть в этой передаче вещи, которые могут менять или стремиться менять и уголовное право, и отношения в морали, ну и так далее и тому подобное. Поэтому я говорю сразу, если вы включили эту передачу и будете смотреть дальше, значит, вы со всем этим согласились. Если нет, тогда выключайте и не смотрите эту передачу. Вот так. Это мое вам предупреждение. Мир и добра приглашаю в передачу тех, кто решил ее смотреть. 23-я передача посвящена мужчине и женщине. Вопросы задает один из многочисленных моих соучеников, уже известный вам ранее по одной из передач, Рации. Итак, слушаем первый видеовопрос Рация. Здравствуйте, Всеслав Маркович. В 21-й передаче вы говорите о том, что душа мужчины и душа женщины ничем не отличаются друг от друга, что душа – это оно. Но, тем не менее, мужчина и женщина имеют физические тела, которые отличаются друг от друга хотя бы строением. Мы по-разному думаем, по-разному мыслим, по-разному чувствуем. Скажите, пожалуйста, как должен прожить свою жизнь мужчина? Как должна прожить свою жизнь женщина? Что значит быть мужчиной? Что значит быть женщиной? Спасибо. Да, действительно. Я говорил о том, что отличие полов только на физическом уровне существует. На самом деле, все мы, рождающиеся здесь, на этой планете, все мы оно. То есть сущность, присутствующая в физическом теле мужчины, или сущность, присутствующая в женском теле. Вот другое дело, что Рации говорит, что у женщины одно строение тела, у мужчины другое строение тела, и этим мы должны как-то отличаться. Мы мыслим по-разному, там, ну и так далее, и тому подобное. Ну, я считаю, что надо всегда смотреть в корень, то есть в истинную причину, в изначале, в божественное совершенство, в божественную задумку, понимаете, нашего развития, а не в мелочи. Как ни странно, может кому-то показаться, но вот эти вот физические отличия одного пола от другого, мужского от женского, это всего лишь мелочи, действительно. В божественном мире это мелочи. Ну да, у мужчины есть пенис, да? У женщины есть влагалище, у женщины есть груди, да? У мужчины есть торс, его физическая сила, там, ну и так далее и тому подобное. Да, много-много сейчас назвать можно отличий, как научных, так и визуальных, так и умозрительных, и в ощущениях, которые присутствуют по нашему опыту, по жизни. Их очень много разных, вроде бы, оттенков и отличий. Но вот в чем здесь интерес заключается. Интерес по ответу, да? То есть мой личный интерес, чтобы нанести вам верность понимания этой ситуации. Почему оно? Почему сущность оно? Потому что в изначалии мы нераздельны. Мир един. Мир божественный, он един. В нем нет разделения, все едино и цело. И к этому все и придет в конечном итоге. Но постольку поскольку мы живем сейчас в разделенном мире, существуют
мужчины существуют, женщины существуют, предметы вокруг нас, ну и так далее и тому подобное, то мы вынуждены как-то приспосабливаться друг к другу. И как приспосабливаются обычно люди? Да просто совокупляются и все, и рождают себе подобных. Другое дело, через огромные нарушения энергетических начал все это делается в основном, в подавляющем большинстве. И другое дело, что совершенно никто не знает суть, для чего все это. И поэтому одни убегают в монастыри и молятся с утра до вечера, неважно, кто они там, исламу поклоняются или христианству, там еще какой-то религии, буддизму, там кому угодно, да, все религии хороши по-своему, но все в основном стараются увести человека, не обижайтесь, но это факт, увести его от реальности, от конкретности, от действительной сути, для чего человек рожден, что он должен сделать, чтобы наступило Царствие Небесное. Куда ему идти, как развиваться, понимаете? Вот этого вот религии практически не знают. Разлесните любые религиозные постулаты, книги, и вы не найдете ответа на этот вопрос. Что из себя представляет истинное Царствие Небесное? Не знает никто. Ну так, наметки только, наметки. А вот истинного понимания, как вот мы сейчас мы смогли с вами поговорить, и вы вдруг все поняли, да, и почувствовали. Этого нет. А я постараюсь сейчас вам кое-что уже объяснить. И не потому, что я прям горды, не хочу себя бить по груди, да, и говорить, что я самый умный. Нет. Ну, так случилось, что я понимаю это. И сейчас поделюсь с вами. Вот смотрите, мир разделенный, да, но до этого был цельный. И мы рождены в разделении полов на мужчин и женщин для того, чтобы познать себя полностью, познать абсолютно и снова объединиться. Вы знаете, мир развивается по спирали, и на одном этаже спирали, и на другом будет одно и то же, но уже на более высоком уровне. Допустим, когда вначале человек был не разделен на первом этаже, условно возьмем, на первом этаже своего развития, то он не понимал, что с ним происходит. Он просто жил естественно и божественно, и не более того. Но потом он опустился в греховность, разделился на мужчин и женщин и так далее. И вот сейчас наступает постепенно второй виток развития. Будет опять объединение, опять каждый человек будет цельный, но уже на другом уровне он будет понимать это и управлять этим, осознавать все это. Так развивается весь мир, всегда так было и есть и будет. Так вот, самая главная суть, что мы все разделены на мужчин и женщин, состоит в том, чтобы снова стать цельными. Мы стремимся стать цельными. Вы скажете, как, совокупляясь, мы становимся цельными, что ли? Я вам скажу вот что. Попробуйте себя, вот сейчас, даже повторяя за мной, вот по руке начать гладить. Вот просто гладить. Ну и как? Ну, только едва прикасаясь, чтобы приятно было, да? Ну, действительно приятно, да? И очень хорошо, особенно если это кто-то будет делать. Ну, лучше вы. А теперь вот, когда вы гладите, да? Гладите. Постарайтесь понять, а где у вас кроются ощущения, где, чем вы чувствуете? Ладонью левой руки или поверхностью тыльной стороной ладони, да, получается, правой руки? Какие ощущения? Вот давайте попробуем почувствовать все вот эти поглаживания только ладонью левой руки. Вот у меня левая рука, и она ладонь вот это вот, да, ощущает вот эти вот поглаживания. А теперь попробуем в сознании своем переключиться и продолжать поглаживать, но ощущать только поверхность вот эту, да, вот эту поверхность. То есть ладонью левой руки перестать считывать в ощущениях души, ничего не чувствуем, отключаемся, постепенно этот навык придет, и чувствуем только поверхностью правой руки, вот тыльной поверхности вот этой, да? Это будут другие ощущения совершенно, да? То есть правая рука чувствует или только левая.
А если мы начнем ощущать и правую, и левую одновременно, действительно одновременно, а не переключаясь туда-сюда, то это будет еще большее ощущение, еще приятнее нам станет. Но вот смотрите, чем мы отличаемся от Бога? Чем человек отличается от Бога? Тем, прежде всего, что мы, люди, способны ощущать боль и вообще любую приятность, и любые переживания, чувства там, и так далее, прикосновения, только в пределах своего физического тела. Ну, давайте остановимся на той же боли, да? Мы ощущаем боль только в пределах физического тела. А Бог ощущает боль не только в пределах нашего физического тела, но и боль любого предмета и любого другого человека и вообще любой точки пространства божественного. Значит, получается, у Бога все есть тело Его, как Христос говорил, «Нате, ешьте», да, про свирку, а «это тело мое», «Нате, пейте», то есть вино, да, «это кровь моя». То есть Он что этим подчеркивал? Подчеркивал, что в этом мире абсолютно все есть Бог. Абсолютно все есть Бог. И Он все чувствует. А вы прикоснитесь хотя бы к этому, да, хотя бы ощутите немножко божественности в собственном теле. Так вот, получается, когда мужчина и женщина совокупляются, но совокупляются по-настоящему, а что значит по-настоящему, это, возможно, еще в этой передаче Рати задаст мне такой вопрос, я ему как бы намекаю наперед, вот тогда человек, то есть неважно, мужчина это или женщина, начинают познавать друг друга в единстве. И мужчина, производя свои фрикции, да, телодвижения, он может ощущать одновременно и свое тело, и тело женщины, вот как мы поглаживали. Вот этому должен учиться мужчина. То же самое, этому же должна учиться и женщина, когда она ощущает свое тело при фрикциях мужчины, при своих телодвижениях встречных для мужчины предназначенных. И тело мужчины тоже ощущать должна, вот как вот эффект поглаживания, да? И чем больше и ярче у них по всем ипостасям, это, значит, и чувства, и тело, и дух, и разум, чем больше по всем ипостасям совпадет вот это вот ощутительное начало божественное, тем больше произойдет слияние этих двух миров, мужчины и женщины. И мы, хоть на фрагмент, но ощутим среду, каждый из них ощутит среду как единое целое, то есть продлим свое тело физическое. Получается, наше физическое тело, если это мужчина, да, будет говорить, допустим, так, что его физическое тело продлится на физическое тело женщины, и он вдруг ощутит тело женщины яко своим, как своей частью, да, своим продлением тела. И также женщина ощутит тело мужчины своим телом, продлением своего тела. И все это вот нас со временем может научить божественному слиянию с любым предметом, с любым человеком и божественному мироощущению. Мы же по подобию его. Вот для чего нам дадено разделение полов. Конечно же, вы скажете, а как же, ну, а продление рода, то есть, ну, мы же должны как бы, совокупляясь, да, призывать сюда рождаться детишек, которые будут вырастать и заменять пап и мам, и бабушек и дедушек на этой планете, и жить дальше, и нести божественность. И трудно с этим не согласиться. Конечно же, это факт, все правильно. Но вы сами понимаете, человек поэтому и смертен, что он все время вынужден рождать себе подобных. Это одна из причин конечности человеческой жизни. Бессмертный человек уже не рожает детей, он живет в Царстве Небесном. Это совсем другое состояние, это другая сущность. Это оно, которое уже слилось, мужчина и женщина вместе, все едино.
Но я сейчас забегаю немножко вперед, конечно. Если вернуться все-таки к вопросу поближе, да, вопросу рации, то получается, мы живем с вами, еще вот что можно сказать, на женской планете. То есть вот планета, на которой мы сейчас находимся, планета Земля так называемая, кстати, планета Земля, это вообще-то не планета, если честно сказать. Ну как может наша планета называться Землей? Ну сами посудите, ну это немножко даже смешно, карикатура какая-то. Потому что Земля есть и в космосе, на том же Марсе, да, Земля есть и на Луне. А любая поверхность, грунт, это тоже Земля получается. Ну как-то немножко даже не по себе, что грунт, что сама планета, суть одно и то же. Причем во всем космосе есть Земля, да? Грунт, так называемый. Значит, наша планета, я считаю, единственная даже вот в нашей Солнечной системе, которая не имеет имени. Извините, что я немножко отвлекся, но меня это очень волнует, честно говоря. Я думаю, что и вас должно немножко взволновать. И поэтому я думаю, что со временем планета получит наконец-таки имя. Как это имя получил в свое время? И Марс, и Венера, и Луна. Смотрите, везде все хорошо. Все планеты имеют имя. Только Земля не имеет имени. Значит, что-то повлияет на это. И в скорости Земля получит имя. Я в этом совершенно убежден. И точка. Но это маленькая проповедь, я думаю, зависнет у вас в сознании. И сделает свое дело, и со временем имя нашей планеты появится. Итак, значит, получается, эта вот планета женская. Почему женская? Ну, потому что на мужской планете нет войн, нет сплетней, нет, извините, уважаемые женщины, но мы все женщины здесь, да? Нет драк, понимаете? Нет соперничества, нет каких-то подсидок, лукавств, обманов там, ну и так далее. Это все женские признаки. Еще раз подчеркиваю, женщинам не обижаться, потому что мы все здесь, и все мужчины, и женщины, все женщины, все абсолютно женщины. Так вот, есть мужские планеты, где уже совершенно другие отношения. Вот все то, что я перечислил, и многое другое, если убрать, то это будет мужская планета. Так вот, здесь получается, так как все женщины, то как же объяснить тогда, что вот есть мужчины и женщины все-таки? Да, дело в том, что это же вот мужчина и женщина, если брать вот как вот пол, да, мужской и женский, то это получается женщина, познающая саму себя, интегрально разделенная женщина, познающая саму себя. И вот когда она с собой воссоединится, вот тогда она станет мужчиной. При Царстве Небесном уже нет женщин, есть мужчина. Но и все сразу одновременно и женское. То есть одновременно и мужское, и женское. Все вокруг. То есть род, получается, перестает существовать как отдельная данность. Любой предмет, любая сущность может превращаться как в женский, так и в мужской род. То есть откликаться и на то, и другое. Оно, да, везде оно. Ну, трудно сейчас пока меня понять, это я рацию намекаю, подмигиваю, чтобы он тоже как-то к этому потихонечку в своих вопросах пришел и задал мне их. Значит, получается, мы с вами живем на женской планете, то есть, другими словами, на нашей планете женщина, на женской планете нашей, женщина, интегрально разделенная на мужчину и женщину, так называемых, вот, на пол мужской и женский, да, вот, познает саму себя. Интегрально разделенная женщина познает саму себя. На мужских планетах там тоже мужчина интегрально будет разделен на условно мужчину и на женщину. И тоже будет познавать себя. Но и там, и тут, в любом случае, сущность приходит к объединению. Когда наступает состояние, что в сущности и мужчина, и женщина на равных в каждой сущности. То есть каждая сущность представляет и мужчину, и женщину в одной сцепке, в единении божественном. Вот это вот важно понять. И тогда будет Царствие Небесное. Случается так, что человек рождается с телом мужчины или с телом женщины, но он осознает, что ему некомфортно с его полом. И он пытается изменить свое тело, свой пол. Всеслав Маркович,
Как бы вы могли объяснить эту аномалию, что человеку некомфортно с его полом, и он пытается изменить его? Как вы понимаете эту проблему? Проблема со сменой полов заключается прежде всего в карме, в ее структуре. Вот смотрите. Человек всегда стремился и стремится, и будет еще какое-то время стремиться побеждать вот эти основополагающие доминанты. Это судьбу свою, это вот какую-то знаковость, непреодолимость чего-то. Он всегда будет стремиться это преодолевать. Что я имел в виду, когда сказал, что смена пола – это прежде всего кармическое начало? Я сейчас вам поясню. Вот удивительно устроена карма человека. Когда человек живет и набирает разные желания по жизни, вот ему нравится то, вот ему нравится третье, десятое, ну и так далее, да. И когда вот он вот это вот нравится, но не имеет, и в этой жизни он понимает, что не достигнет, но понимает, что не достигнет головой, то есть вообще-то достигнуть можно всегда и всего. Ну, непосвященные люди и неразвитые в этом направлении, да, в направлении абсолютности достижений, они, конечно же, не достигают. И тогда у них накапливается вот неприятие сегодняшнего своего физического тела, то есть сегодняшнего своего воплощения на земле, понимаете, жизни на земле. И тогда остается карме, что кирпичик на голову кинуть, да, ну там, я не знаю, авария, там еще что-то, болезнь. Ну, человек умирает, да, погибает. Причем не важно, в каком он возрасте находится. Поэтому вот особенно нужно уделить внимание тому, что человек не хочет быть мужчиной, допустим, или не хочет быть женщиной. Если его-то начинает очень сильно мучить и переживать с утра до вечера, он начинает об этом, то очень быстро может его жизнь завершиться, начиная с самоубийства, заканчивая тюрьмой, потому что может совершить такой человек преступление, или же действительно реальной какой-то смертью, внезапной, или же через болезнь, ну через что хотите, понимаете. Ну, то есть карма сразу убирает такого человека, раз ты не хочешь быть мужчиной, значит, все, теперь рождишься женщиной. Ну, то есть когда мы набираем какие-то атрибуты по жизни, которые здесь вот сейчас не могут воплотиться, тогда карма, и они перевешивают нашу сегодняшнюю жизнь больше, чем наполовину, по своим энергиям, да, и желаниям, и страстям, то карма тут же убивает такого человека и дает ему новую жизнь уже в совокупности достижений, ну, которые вот он в прошлой жизни хотел иметь, понимаете? То есть, ну, другое дело, то есть она сразу даст ему или не даст, или будет манить и не даст, или будет манить и даст, но это уже индивидуальное начало. Другое дело, что вот карма убивает человека, если он набрал больше половины, да, страстей, желаний, которые не соответствуют его образу жизни, его телу на сегодняшний день. Поэтому бойтесь много пожелать такого, чего не имеете здесь и не получите, сами понимаете, что не получите. Тогда может наступить вот проблема смены жизни. Смены жизни, то есть это уже больше, чем смена пола. Это смерть самая настоящая. Так вот, когда человек начинает задумываться о том, чтобы сменить пол, он пытается преодолеть карму свою. То есть он хочет сказать «нет», он не хочет умирать и хочет продолжить сейчас жить здесь, но уже в женском теле, если вот он мужчина, и наоборот. И, естественно, если он поменяет пол, и насколько это удачно у него получится, настолько он и дальше будет жить, продлить свою жизнь. То есть, другими словами, люди, которые вот страшно не желают быть мужчиной, а только женщиной, а у него мужское тело, и наоборот, то есть при смене пола удосуживается продлить свою жизнь. То есть, другими словами, преодолевают карму, а иначе бы у них наступила смерть. Поэтому таких людей... Ну, нельзя осуждать. Вот как у нас сегодня принято, да? О, все, ну, перевертыш там еще, бородатый, не бородатый. Ну, ребята, ну давайте жить дружно. Все-таки давайте не будем древними, да? Каждая, как говорится, тварь божественная, если она здесь есть, то
Богом и разрешена, понимаете? Не забывайте об этом. Другое дело, чтобы эта тварь, говорится, не навязывала себя всем и остальным, да, другим в социуме живущим людям там, и так далее. Чтобы вот она жила в свое удовольствие, сменил ты пол, ну и радуйся. Ну нельзя человека, который сменил пол, отторгать, выкидывать, вышвыривать, не принимать на работу там, ну и так далее. Вот за это нужно даже уголовно преследовать и наказывать. Понимаете, человек продлил свою жизнь. Или же перестал мучиться в какой-то мере. И это нормальное явление. И я считаю, что здесь надо быть все-таки ну, более что оптимистическими, да, людьми. И не надо уничтожать друг друга. Любите друг друга, все нормально, каждый на своем месте. Вы могли бы посоветовать что-нибудь человеку, который хочет изменить свой пол? Как быть ему в этой ситуации? Ну и как бы это, получается, продлевается вопрос, да, рация продлевает его. То есть человеку что можно посоветовать, который сменил пол? Ну, ему можно посоветовать только одно. Как можно больше граней включить на отработку, если он сменил пол. Не так, чтобы только вот у него там вместо пениса теперь влагалище, и он только влагалище свое отрабатывает, и все. Или там силиконовую грудь он себе сделал, или же там напился всевозможных каких-то там препаратов, и у него грудь выросла, да? Понимаете, или там, может, голос даже изменился. То есть, как можно больше нужно в себе все прочувствовать женское. И психологию тогда, и прикосновение, и многое-многое другое. И даже, может быть, взять на воспитание ребенка, как женщина. Действительно. Вот смотрите, как интересно. У нас же запрещено, как бы, да, однополым браком. Ну, ладно. Это, как говорится, дело каждого государства. А вот когда смена пола, ну, я думаю, что не надо этого запрещать. Наоборот, если он хочет себя многогранно чувствовать женщиной, бывший мужчина, то пускай он воспитывает этого ребенка, да? Если у него есть муж, конечно же. Ну, чтобы полноценная семья была. И ничего здесь такого нет. Можно даже не открывать ребенку эту тайну, что это вообще-то бывший мужчина, понимаете, да? В какой-то мере здесь все на своих местах. Ну, конечно, социальные службы должны присматривать за этими семьями, чтобы там не было извращений, чтобы ребенка не развращали, чтобы не было каких-то проблем, насилий там и так далее. Вот за этим следить нужно, да. И даже если нужно, строго наказывать, согласен. Но нельзя препятствовать развиваться человеку. Нельзя. И кто сказал, в какой семье ребенок будет счастливее, в одной или в другой? Главное, чтобы его не извращали и не навязывали какой-то антисоциальный образ жизни. Вот это главное. А для этого есть службы, которые способны все это контролировать. Это мое мнение. Насколько кармически неверно, если человек изменяет свой пол, меняет свое тело, что ждет его в дальнейшем? Ну, вот здесь, отвечая на этот вопрос, надо сказать так, что карма так и так бы, ну, поменяла тело человека, ну, вы уже знаете, да, если он наработал это состояние, желание быть, допустим, женщиной, то карма все равно, говорится, его убила и сдала бы ему женское тело. Но другое дело, что человек его сменил сам, свой пол, да, и проблема здесь в том, что не все отрабатывается, и следующее рождение может быть весьма огорчительным для человека, для сущности, так вернее сказать. То есть это будет какое-то уродливое рождение, ну типа мужчина со всеми женскими признаками, но женщины быть не хочет. Но женщины быть не хочет. Может даже гемофродит родиться, да, гемофродитом этот человек. Ну совет какой надо здесь дать? Надо отрабатывать как можно больше всего женского, если ты поменял, да, мужское тело на женское, как можно больше оттенков, вот, все предусмотреть, да, даже профессию, образование поменять, чтобы, ну, как можно глубже стать женщиной, понимаете? По-настоящему стать женщиной, разве что не умеющей рожать только, понимаете? Вот это очень-очень важный момент, супер важный момент. А может быть, перед этим даже сдать, перед сменой пола, сдать свою сперму, да, если это мужчина меняет пол, здесь легко это все осуществить, сдать свою сперму, и когда уже этот мужчина станет женщиной, то при помощи этой спермы может быть какая-то, значит, мама, да, суррогатная, выносит его ребенка, и у него будет свой ребенок вообще-то,
свой ребенок, понимаете? И вот я считаю, хотя бы вот это, вот так иметь детей, должны разрешить. Должны разрешить даже в России. То есть ради Бога. А другое дело, что это, если женщина меняет свой пол на мужской, ну тогда она может сдать свою яйцеклетку и тоже иметь собственного ребенка, да? Так что тут другого дела тоже нет. Все на своем месте. Ну вот хотя бы вот тут закон должен все оговаривать. То есть ты вот меняешь пол, ну тогда сдай в хранилище свои яйцеклетки или же свою сперму. И когда ты захочешь ребенка, а ты наверняка его захочешь, тем более после вот нашей передачи, да, чтобы действительно не родиться потом крокодилом, ну то есть мужчиной уродливым или женщиной уродливой, то воспитывай и ребенка также тогда. То есть получается при своих же детях, но в другом поле. Это ее ребенок, но она мужчина сейчас. Это его ребенок, но он сейчас женщина. Ну и какая разница? Главное, чтобы не навязывалось ничего отвратительного и антисоциального самому ребенку. Для этого есть службы, которые все контролируют. Вот так бы я сказал. В своем блоге вы написали, что мужчина думает головой, а женщина животом. Вы могли бы пояснить этот момент? Да, действительно так. Женщина в основном думает животом, а мужчина в основном думает головой. Ну, чем правильнее мужчина, тем больше он думает головой. Чем правильнее женщина, тем больше она думает животом. Почему женщина должна думать животом? Потому что это деторождение. То есть главное предназначение женщины – это продление рода на земле. Да? И понятное дело, что она и выходит замуж, думает животом, чтобы и дети были обеспечены, и выросли, и здоровенькие, там, и так далее. Она смотрит на самца, то есть, ну, извините за такое отношение, уважаемые мужчины. Она смотрит на мужчину, насколько он обеспечен, насколько он здоров, насколько он там силен, там, умен, ну, и так далее, и тому подобное. Да? То есть, женщина думает животом. А мужчина думает головой, ну, правда, немножко с юморю, он думает головой только после того, правильно, когда у него уже разряжено ружье, понимаете? То есть, когда у него сексуальное ружье разряжено, и тогда он уже может действительно думать головой, отвалиться как пиявка от женщины и уже начать размышлять и что-то, да, соображать правильно. Да, так что мужчину тоже можно понять, ему нужно избавиться вот от этого наваждения, которое его прет изнутри, природное, даже сказал бы божественное наваждение, напряжение, чтобы скинуть свою сперму и начать думать головой. А не скинет, он начнет болеть и не сможет думать головой, понимаете? Поэтому мужчина ищет женщину, чтобы быстрее вот избавиться от этого напряжения и дальше думать, там, зарабатывать деньги, продвигать науку там, и еще многое-многое другое. Существует ли различие в том, как испытывает любовь женщина, от того, как испытывает любовь мужчина? Ну, в общем-то, этот вопрос, он тоже как бы в совокупности лежит и по ответам, или по ответу своему в предыдущих вопросах. Ну, оттенки здесь есть, конечно, именно для этого вопроса и оттенки ответа. Я скажу, что, конечно же, насколько мужчина любит женщину, настолько и женщина получает удовольствие при совокуплении. Плюс мужчина должен быть развит не только физически, имейте это в виду, но и в голове своей, головой своей, интеллектом. Тогда женщина получает максимальное удовольствие, даже без спецэффектов. Вот когда голова мужчины сильно развита, да, то женщина получает даже без спецэффектов. Я имею в виду без каких-то дополнительных поз, приемов сексуальных, там, штучек и так далее. То есть женщина получает удовольствие вот от совокупления с таким мужчиной больше, нежели там какие-то приемы. Я считаю, что вот эти все приемы и всякие штучки сексуальные нужны тому мужчине, у которого, извините, башки никакой нет. То есть пустому мужчине. Ну вот интеллект у него на нуле, понимаете? А так вроде бы, да, при теле. Или даже, может, и тела нет особого. А вот когда у мужчины есть, ну, маломальски, да, какое-то тело, плюс очень даже развита голова, то женщина и так удовольствие получит просто от соприкосновения с этим мужчиной. Она удовольствие получает огромное. Поэтому перед тем, как совокупляться с женщиной, вы поговорите с ней глубоко, на серьезные темы, на такие, чтобы она вот вся была в поэзии. Раскачать нужно прелюдии. Умственный мужчина должен говорить женщине, объяснять, разговаривать с ней
о звездах, о чем угодно. И вот тогда будет совокупление глубочайшее. А вы думали, что нужно только о сексе говорить? Как раз таки о сексе говоря, вы ничего не разобьете. И все эти прелюдии сексуальные, они хороши, конечно же, когда там школьницы представляются друг другу школьниками там, или еще кем-то. Да? Все это может и хорошо, но это, я вам скажу, не имеет той высочайшей ноты удовольствия, нежели вот о которой сейчас я вам поведал. Вот это имейте в виду. И обязательно любить женщин нужно. Обязательно. Мужчина обязан уметь любить. Обязан уметь любить. А женщина может полюбить любого мужчину. Главное, чтобы он ее полюбил. И если он действительно ее полюбит, она откликнется на его любовь. Даже если мужчина будет уродлив, со шрамами, она полюбит его. Помните «Аленький цветочек»? Сказка. Она полюбила чудище, и он превратился в прекрасного принца. Или «Анжелика и король» известная. Художественный фильм известный и книга, да, где, ну, Жофрей был не такой уж и красавец, в общем-то, со шрамом там и так далее, там нога у него хромая, а как она его потом полюбила-то, эта девочка? Поэтому, в общем-то, для мужчины надо уметь любить, это для него главное, для женщины важно другое, да, чтобы мужчина любил ее. Вот тогда она тоже начинает любить. Ну, конечно же, женщина тоже может влюбляться. Но а в кого влюбляться? На самом деле она влюбляется, иногда смотришь, и он такой неказистый, прищавый, а она влюбилась в него, сама красавица. Так вот, она потому-то и влюбилась, что совпало что-то вот в ее представлениях, о чем мы сейчас как раз и говорили. Многие люди в течение своей жизни ищут вторую половинку. Кто-то находит, кто-то нет. Скажите, пожалуйста, откуда появилось такое понятие? Почему человек считает, что он ополовинен, и ему нужна еще половина до целого? А может быть, эта половинка совсем не человек противоположного пола, а что-то еще? В конце этого вопроса заложен и мой ответ, можно сказать. Рацио у меня занимался и верно мыслит. Половинка – это объединение сущности в ощущениях, в божественных ощущениях. Я уже говорил об этом ранее, да? В начале передачи. Вот на этой основе человек становится единым целым. Вот. Целым со средой своей. Так что, в принципе, да, наши половинки, так называемые, которых мы ищем, да, они тоже существуют. Там мужчина ищет женщину свою, а женщина ищет своего мужчину. Но они условные половинки. То есть это та женщина, если это мужчина, да, ищет женщину, это та его женщина, которая идеально будет его слушать, и именно это хочет слушать и слышать от него, и именно это его, ей нужна кожа, как у него, и именно это душа и переживания, и чувства нужны, как у него, и даже, можно сказать, немножко кощунственно, этот именно кошелек ей нужен, как у него. То есть, понимаете, вот в этом случае, в этом смысле, можно сказать, что существуют половинки, да? Но это условные половинки. Но и все люди, конечно же, не целые пока еще. Они все равно половинки, пока не объединят в себе вот эту вот силу и мужскую, и женскую. Об этом чуть выше я уже говорил. В передаче о любви вы говорили, что люди создают себе кармические навороти, занимаясь сексом ради удовольствия, а не ради зачатие ребенка. Скажите, пожалуйста, почему происходит кармическая навороть и каков ее механизм, когда люди занимаются сексом ради удовольствия? Секс ради удовольствия – это секс всегда корыстный, алчный, я бы сказал, и закрытый по энергиям. Человек нарабатывает в этом случае кармические навороти, действительно нарабатывает их, потому что его энергии уходят из него, и он теряет здоровье, мозги, успех в жизни, азарт в жизни, нарабатывает пресыщение в жизни, свертку своего сознания. А значит, скорее приближается смерть такого человека. Его дряхлость тела, души, разума, бессмыслие в жизни вокруг и в нем, везде вот его окружает, да, и он сам бессмысленно живет. Вот сколько, видите, неприятных вещей, да?
А секс же для детей, когда вот именно совокупление происходит, чтобы зачать ребенка, и, кстати, здесь не обязательно именно, что вот ребенок именно зачнется, может быть, даже они будут предохраняться, это не проблема. Но внутри, в голове в своей, в душе, в чувствах, везде эти два человека, особенно мужчина, будут открыты на деторождение и будут понимать, что никакого предохранения нет. Конечно, вот этому только научиться, забыть, что ты предохраняешься. Вот как можно ярче, да, почувствовать вот это состояние, что все-таки это для детей делается. Ну, хотя бы для будущих детей. Или для детей, которые еще не рождены у кого-то. Или это совершается половое сношение, половой акт для того, чтобы дети родились в тех семьях, в которых никак не получается их родить. Даже в этом случае, получается, эти люди будут совокупляться, эта пара, и предохраняться, но они будут все равно ради детей делать это половое сношение, потому что тогда родятся на любом расстоянии дети у тех людей, у которых не могли они родиться. Или их будущие дети тоже будут получать эти энергии, и когда-то они их зачнут, и они родятся. То есть, понимаете, надо обязательно для детей совершать половое сношение. То есть обязательно, чтобы совокуплялись все люди, делая детей, настоящих детей. Даже когда кажется вам, что вы энергетически что-то делаете, но вы искренне, на самом деле, а так и есть, вы кому-то помогаете сейчас. Поэтому всегда нужно совокупляться для детей, в любом случае. Понимаете? Ну тогда и здоровье у вас другое будет, потому что вообще-то, по идее, когда совокупляется для ребенка, значит, тогда не теряют энергию, а только приобретают ее. То есть, а как приобретают? Очищаются. Человек получает очищение, а значит, здоровье его улучшается. А он успокаивается, да, у него азарт жизни появляется, сверкают глаза, ему хочется жить, работать, делать, продлевается срок жизни, то есть продолжительность жизни увеличивается. Но самое-то интересное еще вот что, когда для детей идет совокупление, секс, то вот эта энергия выброса, да, пиковая, оргазм так называемый, эта энергия идет в ребенка. И чем чище оргазм, вот он выстроен по всем ипостасям, я подсказываю рацию, чтобы задал такой вопрос мне, я постараюсь на него ответить в этой передаче. Так вот, чем чище этот оргазм, тем ребенок родится полноценнее. То есть меньше вероятность, что у такого ребенка будут какие-то отклонения в физическом теле, да, болезни там и так далее, в душе, в разуме и в жизни, то есть его успехи, в его достижениях каких-то. Вот чем полноценнее такое половое сношение, тем полноценнее рождение ребенка будет. Вот это очень важно. И чем больше для секса, даже когда зачинают детей, но для секса кайфуют, как говорится, да, кайфуши. Вот тогда и ребенок получается, особенно в пьяном виде, да, только кайф поймал, лег и храпит, и спит. Так вот, в этом случае и дети-то рождаются неполноценными, или по судьбе своей хромают, в ужасах живут, да, или же в чувствах у них что-то происходит, или же в здоровье, но все равно будет что-то неполноценное. Это ужасные калеки, дети, ну что же вы творите? Да, нужно стараться для детей совершать половые сношения. Секс только для детей и ради детей. Вы могли бы с позиции энергологики объяснить, что такое оргазм? Оргазм – это слияние человека и среды. Оргазм может быть телесный, чувственный, взмысленный, то есть в нашем разуме, ну и в кармическом потоке, идущий к нам, в кармическом потоке. В духе, так называемом, в божественном духе. Вот когда, ну, по всем вот названным ипостасям проходит настоящий оргазм, то этот настоящий оргазм способен совершать чудеса. То есть именно вот подлинное слияние мужчины и женщины в единое тело происходит. И зачатие это ребенка происходит настоящее и подлинное, и многое-многое другое, понимаете? И выздоровление от такого секса будут, и все, что хотите. Поэтому, в общем-то, вот этот оргазм, он очень важен, понимаете? Вот такой настоящий оргазм. Клетки живого существа делятся на соматические и половые. Всеслав Маркович, вы могли бы объяснить,
Чем энергетически отличаются половые клетки от соматических? Обладают ли они сознанием? Ведь сперматозоид, попадая во влагалище, начинает активно двигаться в сторону яйцеклетки. Может быть, сперматозоид обладает душой? На этот вопрос я отвечу очень коротко. Для меня это однозначно. В любой предмет совершенно на Земле, любой человек, животное, что хотите, хоть облако летящее, любое на небе, все имеет душу. Все имеет душу. И, конечно же, и сперматозоид, любой сперматозоид тоже имеет часть души или же душу именно свою. Это вот мой такой короткий ответ. Конечно же, в этой короткой передаче невозможно все абсолютно объяснить. Но приходите ко мне заниматься, я поучу вас, почему все имеет душу. В учебнике по выходу «Высший астрал» вы вскользь упоминаете о том, чтобы выйти в ментал, необходимо оказаться на мужской планете. Вы могли бы рассказать о мужских и женских планетах, где они находятся и как перемещаться между ними? Ну, я думаю, что насчет мужских и женских планет, вот в этой короткой передаче, ну, стоит ли отвечать на такой вопрос? Потому что это вообще-то тема огромная, отдельная. И, честно говоря, я бы не хотел вообще-то эту тему выносить вот сюда, вот в передаче. Потому что эта тема не для передачи, а для обучения. Скорее для обучения, потому что нужна она не всем совершенно, а именно тем, которые будут обучаться в встроенной системе моего учения, да? Логика предметно-беспредметных островов. Поэтому, в общем-то, я думаю, что здесь я ограничусь приглашением на мои занятия. Как вы понимаете тот факт, что в России с каждым годом становится все больше женщин-милиционеров? Ведь милиционер – это мужская профессия. Ох, непростой здесь ответ. Сразу возникает очень много ассоциаций, и хочется как-то их объединить и коротко изложить. Ну, постараюсь, насколько у меня это получится. Вот насчет женщин-милиционеров надо сказать однозначно то, что мужчин загнали в угол, и их доминанта, мужская доминанта, стала слабеть. То есть мужчины, не чувствуют себя мужчинами, а женщины все больше чувствуют себя мужчинами, наоборот, понимаете? То есть они больше думают головой, а мужчина уже перестает думать головой, начинает там выпивать, перестает заниматься спортом и вообще непонятно, как живет, понимаете? Вот эти вот все моды, так называемые, на брюки вместо юбок, да, на то, что запрещено жениться на 12-13-летних девочках. Да, я открытым текстом говорю, это глупо, что это запрещено, потому что если это любовь и любви все возрасты покорны, то это надо разрешить вообще-то. Потому что тогда именно вот в этом возрасте 12-13 лет, 14, девочка, девушка превращается в настоящую женщину, и она еще не потеряла женское начало. И вот если ее вовремя подхватить в семью, да, именно в семью, а не в разврат, вот тогда она будет женщиной. И дальше будет воспитываться и развиваться женщиной. А если нет, то она буквально через год, два-полтора, становится уже мужчиной. Все больше вот этих вот мужских качеств к ней прилипливается, и она теряет себя. Поэтому я считаю, что, все-таки коротко остановлюсь здесь, да, если это похоть с какой-то там девочкой, да, переспать, то да, за это надо наказывать. Но не уголовными преследованиями на 25 лет, это тоже смешно, честно говоря. Да, другое дело, что он там убил и там изнасиловал или что-то такое. Да, вот за это, да, я согласен, надо наказывать. Но если это было вот такое, да, как бы обоюдное, а сейчас 12-летние, 13-летние девочки такие пошли, что они соблазняют сплошь и рядом, понимаете? Вот, грамотные очень рождаются, индиго, так сказать. Так вот, тут надо смотреть уже, да? Если это похоть все-таки была, ну, накажи его, правильно, как? Ну, то есть не было изнасилования, ну, похоть. Удовольствие, говорится, взаимно получили. Как наказать? Да возьми его и вот на, там 6 или 10 лет обязуй через суд, чтобы он платил алименты какому-то детскому дому теперь за это. Вот в следующий раз он уже на похоть не пойдет. А максимум что? Может жениться на ком-то, да? Вот, пожалуйста... Ну, в тюрьму сажать за похоть, когда там не было ни изнасилования, ничего приятное, обоюдное, я никого никуда не призываю, но я честно сказал, что мы таким образом теряем как мужскую силу, так и женское начало. Вот как хотите.
любви все возрасты покорны. Но с другой стороны, понимаете, все вот эти вот запреты, так называемые, и все вот эти моды на брюки вместо юбок порождают что? Усредненность между сущностями. И это хорошо. С одной стороны, почему? А потому что когда наступит Царствие Небесное? Когда исчезнет разница между мужчиной и женщиной. Поэтому вот эти вот все усредненности, так называемые, они порождают приближение к Царствию Небесному. Понимаете? То есть есть, видите, и плюсы, и есть минусы. Но тут тогда встает вопрос, а что же из себя должно представлять это Царствие Небесное? Как же оно выглядит тогда? И вот я вам здесь и скажу, что дело в том, что со временем, почему я говорил, что сущность, оно, да, вот в каждом теле живет, независимо от того, женское это тело или мужское, сущность, оно. Так вот, сущность в конечном итоге победит и обнажится сущность у всех абсолютно людей. То есть не будет разницы, да, между мужчиной и женщиной. Но каждая сущность будет и мужчиной, и женщиной одновременно. То есть детей уже рождать не будут. То есть они будут бессмертны, эти сущности, при Царстве Небесном. Да? Детей уже не рождают, все бессмертны. Живут вечно и всегда в божественном вот этом начале. Но вы скажете, а что, совокупления там не будет? Почему не будет? Оно будет. Но так как каждый мужчина и женщина одновременно, то если он посмотрит на какую-то, допустим, вернее, оно, это сущность, да, она посмотрит на какую-то другую сущность, и ей вдруг захочется совокупиться с ней, то это не обязательно, что они будут иметь телесный контакт, как вот сейчас это происходит. А он просто посмотрит, и у него уже ощущение этой сущности, как единого целого с самим собой, возникнет. И тут же оргазм, мгновенно оргазм, понимаете? Мгновенно оргазм. Другая сущность, тоже оргазм, та тоже навстречу, если она открывается навстречу. Если не открывается, то тут не будет никакого насилия, и оргазма с одной стороны не будет, а только обоюдный. Да? Вот это очень важно. То есть при Царстве Небесном будет продолжаться совокупление, но уже это будет в божественных ощущениях, но не для порождения себе подобных. Как бы вы могли прокомментировать проблему неравенства полов? Проблемы неравенства полов вообще-то не существует. Это надуманная проблема. Мужской пол на своем месте, а женский пол на своем месте. Другое дело, что теперь все больше получает развитие проблема равенства полов. Наоборот, равенства. А вот это, с одной стороны, хорошо, как бы вы уже знаете по известной причине, так как мы стремимся к Царствию Небесному. Да? Вот. А с другой стороны... Понимаете, есть, конечно, поводы для беспокойства. Почему? Потому что такое положение дел приведет к прекращению деторождения, хотя и к Царствию Небесному. Но сами понимаете, что все будет в свое время и на своем месте. И я думаю, что не исчезнет род людской, когда наступит Царствие Небесное. Все-таки да здравствует Царствие Небесное. К нему нужно и стремиться. Может, сегодня покажется кому-то, что я был немножко излишне сладострастен, что ли, да? Я не хотел этого, честно говоря. Может, кому-то покажется, что я был пристрастен к чему-то или к какому-то оттенку темы. Нет, совершенно. Я равнозначно отношусь к любому ответу на свои вот... на свои вопросы, которые мне были предоставлены рациям, да? Вот. Другое дело, что здесь я хочу извиниться, если кому-то показалось, что вот он религиозный человек, а тут надо же, вот он так говорит и увязывает это еще и с божественностью. Ну а как еще? Я просто говорю и на человеческом языке, и на божественной сути одновременно. Я пытаюсь сопоставить это, понимаете? Показать это. Ведь Адам и Ева нарушили, да, право быть в рае, потому что совокупились, понимаете? Вот. Но совокупились как люди. А они и так получали удовольствие, оргазм, но они разделились, и началось несусветное, да, изгнание из рая. Спасибо, Всеслав Маркович. Ну что ж, я считаю, что сегодняшняя передача получилась
в каких-то местах, может, вызывающий, в каких-то местах даже ошеломляющий, как он говорит об этом. Приглашаю всех моих телезрителей на мой канал на Ютубе. Подписывайтесь на канал обязательно, тогда вы будете узнавать о всех новых передачах нашего телевизионного канала NES-TV. Вот. Подписывайтесь на мой блог на моем сайте. Вот. Пишите письма, присылайте свои видео-вопросы, либо на какую-то заданную тему, либо хотя бы просто какой-то один, там, два, три вопроса в видео, да, записанные, просто на веб-камеру, как это вот сделал Радси. Да. И мы будем организовывать передачи. Ну что ж, мира и добра всем присутствующим здесь. Удачи и пока-пока.